В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» вместе с представителями налоговой службы приняли участие в совещании с председателями СНТ муниципалитета. Главной целью встречи стало информирование членов садоводческих объединений об окончании срока действия дачной амнистии. Спикеры подробно разъяснили, как беспроблемно оформить расположенные на участке постройки и как пригласить на свою дачу сотрудников БТИ.